Блять, ты сука, куда, блять? Первое знакомство в зоне у кувалды состоялось со сталкером по кличке Майнд Дробь. Дробь, в свою очередь, являлся сталкером, который занимался грабежами, но при этом не являлся братком. Также на пути попался охотник, дядя Игорь, который, напротив, был сторонником честного заработка. Так, кувалда встал на стыке двух миров. Во время путешествия в Лиманск Майнд Дробь отошел, и к кувалде подошел незнакомый сталкер с просьбой о помощи. Кто этот сталкер и что он хочет предложить, вы узнаете прямо сейчас. Друзья, у меня, в свою очередь, тоже есть для вас небольшое предложение. Если на этом ролике за несколько часов наберется 5000 лайков, то сегодня я выпущу еще одну серию РП, и поверьте, она не менее интересная. Думаю, это простая цель, особенно если каждый не будет перекладывать на других и самостоятельно поставит лайк. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Так, давай здесь по-быстрому, а то мало. Тебя как звать-то? Меня, опа, кувалдой. Не беспокойся, все нормально. Кувалд, будем знакомы. Меня Гор, Гор-проводник. Понял. Ну не в том смысле, что я куда-то всех людей вожу, а в том, что карту хорошо знаю. Местности данные. Где-то здесь меж плитами. Ну-ка посмотрим, здесь, не здесь. Нет. Блин, а куда же заныкал? Вот Гор сразу видно такой. Никогда не покупай у инфу Сизова. Он не точное место расположения дает, а потом шарахаешься по достопримечательностям зоны. Такое себе, если честно. Так, может здесь он их приныл? Фу ты, чертова дери, и здесь пусто. Может в трубах? Фанал я этого Сизова. Да не, он сказал межплит. Хотя хер его знает, давай проверим. Мало ли он их дурак такой, не знает, как трубы нормально называются, чертова дери. Фу! Бля, нету, извини, стал. Ладно, сейчас найдем. О, черт, киселька. Забирайся сюда. Ага. Здесь пролезь. Так, так. Ну тут более-менее та местность спокойная, так что... Страшно... назад, назад! Фу ты, ёкарный бабай, ты смотри, сколько их здесь. А вот это называется фантомная аномалия. То бишь, видишь, если что-то прилетает, то все, беги отсюда. Опасно очень. Так, а черт подери, у меня даже гаек с собой нету. Так, за мной иди. Если попадусь, то мне это не страшно, у меня комбез выдержит. Вот, вот, вот. Видишь, да, какая хорошая летает. Да уж. Ты главное не обижай, тогда они не станут. Так. Плиты, он говорил. Это не помогло. Может быть, в кузове где заныкал. Нет, здесь нету. Так, может в этих колесах что-то есть. О, а ты реально смотри, что-то есть. Ага. Что, вот хорошо нашли. Да, бред какой-то, стимулятор генома, ужас Б, в общем, ладно. Ладно, пошли проверим, что там с твоим другом, может тот мир он уже. По тому же пути пойдем, а то... Мало ли где-то еще новые аномалии появились. Они ж такие, блин. От бывшей уходишь, она в одном месте, а потом в другом оказывается, прикинь. А вот тут и то же самое. Так вот сюда, залезай. Бояться здесь нечего. Если зону понимать, то она не так уж страшна. О, слушай, это не он там впереди, твой друган? Пошли. Возможно. Она зону отпустила человека. Давно я такого не видел. Понимаю. Чтоб аномалии отпускал. Бывает. В общем, спасибо тебе. Вот, возьми небольшую награду за то, что помогал. Да не за что. Я своей дорогой. Удачи вам, сталкер. И тебе удачи. А, удачи? Чё было? Та... Да он по наводке какие-то эти бумаги искал, попросил прикрыть. Понимаю. Чё за бумаги? Чё, не спиздит? Не знаю, чё за бумаги. Так, мне ещё раз смерть. Так, там должна быть вышка, прям как здесь. Ну-ка, пошли. И там ещё должен быть грузовик. Пойдём вот тут можно обойти, мы вот тут обходили. А если мы так пройдём? Тут обходили. Да? Ну давай, види. Вот тут, по идее, он должен... Вот он! Ебать, схрон, нашли нахуй. Так, схрон корявого, бля, куришь на туре, подожди, ща. Погоди, открой, если чё, пополам по чесноку делим, понял? Ебать! Слышишь, схрон корявого, короче, набор армейской первой помощи, получается, комбез бывалого, стяжки, АКС, антирады, водяра, жука, ну это в его стиле, и лист, понял? И детектор,
ну, чтоб артефакты искать. Слышишь, давай по чесноку это. Я тебе набор, короче, и накидаю армейских аптечек и детектор. А калаш типа мой будет, как тебе такое? Да, без проблем. А там я тебе свою это отдам, понял? МП5 СД. Хорошо. Окей, тогда четко, вообще все, огонь. Сейчас смотри, подожди. Во-первых, я тебе вот это передаю, ебать. Просто от сердца отрываю. Я с нее двух вечеров снял просто на одном дыхании. Пушка просто, машина. Ты это береги, я ей даже это имя дал, чтоб ты понимал. По идее зовут, и сказать, это Катька, но ты ее можешь уже называть как хочешь, она твоя. Ща я тебе еще комбез достану. Да, потасканная. Да не спи, я тебе расходников дам, как будем там это, на деревне там это подлатаешь. Бывает потасканная, тут все оружие в зоне потасканное, я ж не жалуюсь. Вдруг у корявого там, не знаю, вообще там это может, приклад там сломан, не знаю там. Либо же дуло там какое-нибудь грязное, я ж не жалуюсь. Кстати, комбезик у него еще четкий, понял? Вообще как будто с завода прям, моднявый. Ща я тебе еще детектор артифруктов вот это вот дам, понял? А сам у него, короче, этот калашик возьму. Так, калашик мой. Денежки у него были, я тебе могу, там, не знаю, 5 отстегнуть с них. Ну, если хочешь, тупо. Да не, мне хватит и этого. Еще, у него там записка, ща, короче, это, поделим снарягу, это, почитаем записочку, что там. Держи. Умеешь им пользоваться вообще? Вон там это, подходишь, пикает, понял? Да, я знаю. Может, достаешь это ручками, да, либо я. Пакетом, либо щипцами. Ну, понял, да. Приди сюда, я тебе выложу, так сказать, аптечки некоторые. Ну, думаю, это... Это уже по классике корявого, типа, он без так никуда не ходил. Ну, ты типа, забирай, тебе понадобится по-любому в зоне базар. Так, ща, подожди, запишу. Так, значит... Здорово, дробь. Мое сердце почувствует, если ты возьмешь эту записку в руки. Вот это прикол. Ты же знаешь. Я оставил тебе снарягу, которую мы недавно заказывали. Вот только не понял, для чего тебе набор бывалого сталкера. Может, маскировка, а может, еще что. В общем, твои. Я держу дорогу на янтарь. Думаю, ты успеешь прибыть вовремя. Нас ждет богатство. Блядь. Я так скучаю по корявому, пиздец. Если профессор, конечно, не соврал. Я хочу уже нормально жить, понимаешь? Без долгов, ограблений и розыск. Если ты опоздаешь, то я оставлю записку в тайнике на том месте, где мы договорились встретиться. Возможно, я уже буду в лаборатории. Удачи нам, брат. Ой, бля, корявый. Ну, в общем, ты сам все слышал. Походу, нам и на янтарь хуячить придется, дружи. Ну, я и не против. Это отлично. Ну, ты комбезик-то одень, что ты в куртке бегаешь? По праву твою же считай. Считай, я тебе его подарил. Я думал, это вообще другой комбез, но раз я тебе уже отдал его, то уже отдал. В зеркало посмотреться там это. Какой ты красивень. Оружие в руки, в принципе. Можем сейчас на кордон сходить, а потом уже двигать, понял, к проводнику. Как тебе такая идея? Давай. Погнали. Вы, кстати, как охотиться за артефактами, я тебя не научу, потому что сам я таким особо не занимаюсь. Ну, корявый любил, типа, это делать, ну, отчасти иногда, знаешь, за особо дорогими эксклюзивами побегать. Но так, за каким-то обычным, я не разбираюсь, но какие-то обычные там выделял артефакты, он не бегал. Он сталкеров заставлял бегать и сам отжимал вот эти вот отклики, медведи, понял. Вот эти артефрукты-искатели вот эти. Угу. Хлам собирает. Не хочешь его собрать? Можно попробовать. Ну все, я тварью становлюсь, проверяйте. Просто мразью вонючий. Опа! Иди. Оружие поднимешь, я тебя пристрелю нахуй же, понимаешь меня? Давай вставай нахуй, вот видишь, бетонная хуета стена, давай к ней вставай, понял меня? Отлично, ебать. Слышишь, это борщ. Борщ, короче, у тебя есть тяжка? У тебя стяга была. Ну-ка давай этого стягивай. Руки ему, короче, заламывай, понял, и кисти связывай, борщ. Связал его, теперь, короче, обыскиваешь и максимум 7 костых, понял, гопаешь. Ну, забираешь у этого, так сказать, плоха. Ну, понимаешь, больше нельзя забирать, а то сталкеры вообще конкретно обеднеют, понимаешь сам.
у тебя вообще как имя? Еще ПДА у него забери, чтоб СОС не поднял. ПДА, рацию лучше тоже изъять, понял? Чтоб на всякий случай, если что, СОС не поднял, вообще ничего не поднял. Ой, ой, блядь. Он мне не ту команду дал. Ебать, здорово, дружи. Да тихо, 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 да ты нахуй шмаляешь, ой, ты ж нахуй целишь меня. Капец, капец. Да я стою нахуй, ты чё? Грабили вопрос такой? Да, грабили. Не. Да ебать, да никто его не трогал, блядь. Да не, я сказал. Это стою, да ты чё? Капец, а что мне делать? Что мне делать? Я лежу без сознания вообще, мне нормально как бы. Может прикинуться мертвым? Понял, теперь с тобой делать, а? Сталки так как выйдут? Нет, нет. Да ебать, это левый человек, сука, сознание потерял, пиздец. Видишь, ему плохо, нахуй. Да, я вижу, как ты грабил. Что будем теперь с тобой делать? Слышь, допустим... Слышишь, это, дружище, давай договоримся тупо, понимаешь? Смотри, видишь, человек сознание потерял, ему плохо, его сначала в сознание надо привести. С тобой договоримся? Ты уверен, что мы можем с тобой договориться? Думаю, да. Сейчас что с ним делать? Пулю в лоб? Или что? Да пусть живет. Как это, у меня связанные руки, как я тебе это на КПК отправлю? Ой, сознание это, сознание, понял, не а у нас это тут повязали немного дорог. Не понял. Давай, к стене, ты к стене, Толя. Сталкер, давай, слышишь? К стене, к стене лицом, к стене лицом. Не, не, не. Ни при чем, он тупо, понимаешь, просто, так сказать, обычный сталкер сознание потерял, видя, бывает, в шоке да? Просто. Я видел, как вы вместе шли, не надо. Ничего не делал. Дома не грабят. О, заламываем. Держи этого на приставе, вот этого вот. Ну ясно, блюститель закона, хренов. Пошел ты. Ну что, будем их расстреливать или как, сталкер, решай. Че их расстреливать? Пусть живут. Чтобы дальше продолжали грабить сталкеров? Ладно. И все же расстреляем. Ты решай, тебя грабили. У этого? Посмотрю. Он меня обыскал, что ли? Я тебя обыщу, тварь. Я тебя так обыщу. Не, вот этот. Этому что-то объяснял насчет грабежей. Особо сообразил, говорят. Понятно, вдвоем грабите, да? Вставай к стене. И вот этот лежит. Потом эти подходят. Прям как раз вовремя. Пистолет. Держись на пистолет. Да. Ты ведь это забрал у него свои денежки, вот этого, да? Этого, да, забрал. Я у него не забирал, бля, ничего не знаю я. А у меня они ничего не успели забрать вовремя. Ты так встал. За содействие я тоже у тебя денежки заберу. У скотина, мои кровные, 9000 за мои. Действия. Ты же понимаешь то, что вообще я должен бы вас был бы расстрелять, по сути, за то, что вы грабите сталкеров. 6000. Как я хороший сталкер и на первый раз всем прощаю. Всем всегда все прощаю, это мы вас отведем. Кое-каким людям. Они вас бить сильно не будут, я обещаю. Ну нет, я не обещаю, то что они вас сильно бить не будут. Ну, посмотрим. Смотри, сталкер. Берешь вот этого за ручку и ведешь, понял? Или стой, стой, нет. Смотри, как делать. Вперед идите. Шагом давайте, вперед. К выходу. К выходу. К выходу в Сыманской идите, давайте, вперед, вперед. Держись на приставе. Будет кринж, если среди тех людей, куда он сейчас нас будет вести, будет гор. Блин, это такое разочарование будет. Да не знаю, я опять на стыке двух миров. Вот что делать? Вечно в какое-то дерьмо попадаю. Не понял. Мать, я, блядь, как знал, нахуй, что вы тут, ёбаный рот. Сердце ебашит, я хуею. Это наш друг. Слышишь, его бинтом, ебани, ебани, бинтом, бинтом, нахуй. Я помогите ебан. Быстро, я сейчас умру. Нет, нихуя. Сейчас, 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 родной, пойди. Развяжи, развяжи, у меня аптечка есть. А, ну ладно. Фух. А вон там на балконе кто? Ой, блядь, по освещению. Там человек сидел. Не ебу, побежали, нахуй, быстрее. Там человек в плаще на балконе был. Че, оставим свидетеля? Или это свой? Блять, да похуй на этого человека, слюбовой на янтарь, блять.
Ладно. Еще мы на янтарке, пока можешь тут потусоваться, можешь с нами, не знаю, хуй знает, как хочешь, короче. Пойдем тут делать нихуй. Заебись. Лишнее тело всегда не помешает. А сколько они у тебя забрали? Ну и так, пока у него нет. У меня 6 кг, блядь. Прости, пожалуйста, что тебя такое втянул, как понимаешь, опасное занятие. Ну да. Ну у меня тоже 6 украли. Возможно, некоторые расходы, так сказать, покроют. Ладно, все, пошли. А, блядь, подожди, проводник где-то? Проводник же не тут уже, сука, он там. Раньше понял, тут обычно стоял, нахуй. Короче, перешел немного в другое место, по другой дорожке теперь видел, понял? Так, ебать, аж тебе это, вроде выдал МП-5. Патронов-то нету. Нет, они патронов или еще. Представляешь, у меня же такая же хуйня, бля, понимаешь? Вот вроде... Сука. Вот вроде мой кореш как бы красавец, оставил калаш в схроне, но, сука, патронов он туда вообще не положил, понял? О, зацените. Короче, на интре эти расходники дам, починишь, получается, эту хуйню. Ну хоть на сколько же. Подожди, а почему у меня патроны не... Только вы также можете использовать инструмент рвать на экране. У техника починиться, но это дороже и дольше выйдет. В том смысле, типа, можешь сразу расходником починиться, а если так, то по деньгам, конечно, подешевле выйдет, но по времени это пиздец долго его искать еще. Почему она у тебя не в говно убитая? Да на янтарь-то дорогу хватит, не? А сколько дороги стоит? Спрашиваешь, у проводника спроси, я что думаю, жена. Ну сейчас узнаю, ну хватит скорее всего. Хватает, не? Да-да-да, хватает. Да на интре встречаемся, получается, там сразу ждем друг друга. Все. Хорошо, все, пошли. Чё? Чё? Вообще ничего не понял, чё? У меня все зависло. Сейчас расклад сейчас такой. Мы немного съебались, можешь в принципе тут немного погопать, но это немного опасно, сами понимаете. Пиздюлей мы уже один раз в шоколаде получили. Можно, короче, к ученым сходить, хвосты собак эти сдать. Ну и в принципе вообще часть этих мутантов, если имеется. После чего просто походить, побродить, хлам поискать. Думаю, может на завод вот подвинем. Оружие в руки возьми. А, мне еще патроны в натуре надо взять еще. Че, ты купил-то дробовик? Че, как он тебе? Разъебал вообще на раз. Делать тупо. Ну, значит, заебись. А что-то тревоги, кнопки тревоги больше нету, блин, жалко. Я тебе шепчу, сейчас нам это надо очереди себе подождать немного. Ага. Ну, пошел телек смотреть. Прикольно. Блин, тут осматривать теперь надо, чтобы вот понять, кто есть кто перед тобой. Не очень удобно. А, проходи. Мне это продать мутант. Здесь мутант. Да, я сейчас тоже продам. Ну, часть. А, ну и человечек тоже. Спасибо большое. День добрый. День добрый. Благодарю, до свидания. Тебе надо что-нибудь, слышишь, продать? А, ща, подождите меня. Патроны кто-то выронил, нормально. Подожди, заряжу. Я тебе это обещал, расходники. Короче, ручками подшаманишь, починишь этими расходниками, себе получается оружие. Так, наверное, короче, ружье в схрон со всеми патронами. Вот эти патроны лишние тоже. Чоколадки, это, конечно, здорово, но зачем мне сейчас они? Да, в принципе, все. Там можно идти, в принципе. Так, сейчас, секунду. Ты ж купи рацию. Есть на рацию? А, могу, да, сейчас. Так, я купил рацию. Куплено, да. Я чистоту еще напишу. А что, все нормально? Ты включил рацию. Ну-ка, спизда, ничего не. Алло. А все слышно. Три хлеба будем играть, не? У нас сейчас по плану найти записку получать. Ой, блин, что ты за злой человек какой-то. Короче, надо погулять вообще, хлам поискать. Да, я и так шепотом пишу. Зачем мне нужно было, чтобы кто-то слышал мой разговор? Ну-ка, что-нибудь есть? Ага. Нихуя в шоколаде. Давай через те ворота обойдем тогда. Там, по идее, возможно, кровосос, либо снорки. Типа разъебем. По крайней мере, СКС. С правой стороны снорк должен быть внизу. О, антирад. Заебись. Шоколадка. Ну а чё? Слушай, а чё там вот творится? Я туда ни разу не ходил. Слышь, ты знаешь? Лауда, может, ты впервые нет. Трубы ебать. Может тут... А я вижу, кстати, этот схрон отсюда. Где, блядь? Вот.
Что там, что-нибудь есть или разворот? Пустой. Подожди, проверю, попадал. Комбез коцаны. Где? Походу понял, где это все. Пройдем. Слышишь, хуярь ко мне. Хуярьте ко мне быстрее, блядь. Погоди, я по записке, сука, смиряюсь, по идее. Ты кувалду. Я здесь. Погодь, это в дуплю еще 2 секунды. Ну, блядь. По идее, тут должно быть, как он мне, получается, по записке, как бы, писал. Там, типа, пометочка была, ну, блядь, хуй знает. Вот-вот. Блядь, я слепой. Так, опять еще один. Бля, вот я у базаря, если будет еще один скрон, типа, найдешь меня там, я его пристрелю потом. Ну что же, смотрим, что ж там будет-то, блядь. Записка. Больше ничего нет. Думаю, ты добрался до янтаря. Я уже спустился в лабораторию с группой сталкеров. Думаю, все будет нормально. Я не дождался тебя, так как ты опаздывал на 2 часа. Группа была уж не на взводе. Я не мог рисковать. Встретимся в лаборатории. Удачи тебе, брат мой. Если со мной что-то случится, заверши начатое до конца. Блять, сука, вот надо было с тем сталкером в лабу спуститься. Блять, могли столько времени сэкономить. Мне кажется, мы и в лабу не успели. А с чего тебе так кажется? Не знаю. Надо через главные ворота, я думаю, так быстрее будет. Погнали. Вот видишь эти лианы ебучие, к ним не подходи, блядь. Я уже был на этом янтаре. Смотри, видишь, что там я. И там ящики, по идее, лежат, понял? Там, короче, к ним подходишь, их ломаешь, а оттуда аномалия, короче, прикинь, выскакивает такая. И тебя подбрасывает вверх, что ты потом вот такой падаешь на землю и умираешь просто. Мучительная смерть. Что за хуйня? А что в этом ангаре, кстати? Пошли проверим. Пойдем. О, там ящик. Короче, тут одни аномалии. Прикольно. Там ящик? Да. Иди сходи. Ну давай попробую. Я без фонарика. А, в натуре ящик, вижу. Все-таки есть плюс ходить с фонариком. Че там? Канифоль, набор для чистки и еще какая-то хрень. Давайте в темпе, вот ты идешь, вот этот ход. Да, да, реально, надо побыстрее, я думаю. Давай ты, короче, первый пойдешь на метров 10, чтобы если что там с дробовика. Мы, короче, будем держаться примерно на расстоянии 10 метров. Если снорк выпрыгнет, короче, мы сзади будем палить по нему. Тебя дробовик ебать. Будешь танковать, нет? Понял. Если 2 снорка выпрыгнет, меня будете от полосы скребать, блядь. Опасное место, слишком волны, сюда лучше как бы это одному не ходить. Поэтому ты с нами, по идее, должен ничего не бояться, но тут есть ловушки всякие, ебать, так что будь аккуратнее. А комбез так и защитит от перелома. Блять, еще один, что ли? Да нормально. Давай иди первым, если что, задним. Куда не ты, блять, иди. Да я понял. Опа, это кто? У меня ощущение, вот это вот, ну его нахуй что-то не... Опа, здесь... Руководство по выживанию. Ладно, блядь. Слышишь это? Борщ, иди сюда, борщ. Слышишь это, друже. Друже, можешь помочь? Иди сюда. Друже. Да он глухой. Друже, волыну нахуй убирай. Друже, волыну нахуй убирай. Убери волыну. Убери нахуй. На месте стой, ебать. Ну-ка, давай прошелся туда. Куда пошел, блядь? Алло, ебло нахуй, давай туда иди. Что я нет, сука? Блядь, охота, давай, иди. Пиздуй, либо разряд. Вперед не петь мне, ебать. Давай, сынок, блядь, двигай. Давай, резче, нахуй. Время не резиновое. Пиздуй, блядь. А ебать, что? О, красота, ну. Давай, пиздуй дальше. Становимся, дальше пиздуй. Дальше пиздуй. Только медленно, понял, медленно. Блять, ты сука, куда, блять? Пиздец, блять, да. Мама, блять, как нахуй? Ёбаный в рот, да ну его нахуй, вы чё? Да вы чё, блять, я только пиздец. Поэтому сюда и ходят, типа. И группами умирают, да? Чтобы последние доходили. Ну поздравляю, идите первыми, нахуй. У меня желание пропало, знаешь как. То же самое. Я подошел, я думал, тут винегрет будет, а тут пол. Блять, я проснулся, короче. Я не помню, блять. Иди сюда, посмотри, пожалуйста, на... Понимаю. Слышишь, это трансфер пока, это... Посмотри, пожалуйста, ему в глаза, он курен. Ничего, а здесь уже трансфер пишу. Да, я понял. Слышишь, а это что это такое? Да нет, это ничего, раньше не говорил, ты там это пока.
У тебя голова пока там болит, но ты понял, в принципе. Это, потусуй там, тебе к нам нельзя пока, понял? Кому? Тай, в общем. Да я это не тебе, это нашему корешу. Понял, понял. Чё тут есть? Опа, это чё? Вообще пошло. Давай. Руководство по выживанию в зоне? Смотри, если за собой не закрывают двери, защитники могут, кстати, пальцы поотрубливать. Это тоже такое было. Практиковал. Понимаю, понимаю. По поводу не закрывания дверей. Нет, чернее. Пока что ты ничего нет, тут идет. Ты нахуй чернее. Все игры не играют. Не, ну ты сам себя выбрал, мужик, давай иди, мы тебе верим. А как с хуя люби? Пацаны, да, быстро здесь кто-то идет. На камень ножницы бумага, кто его ж? Или давайте голосовать, давайте голосовать. Я предлагаю его. Он не играет в собачьи игры, как мы. Он нас вызвал собаками. Что? У меня есть такое ощущение. Какие твои ощущения? О, все. Понимаю. Давай, чел, удачи на том свете. Херовые ощущения. А че, кем он тебе был вообще? Не знаю, кто это. Уже погодите. Оружие бью. Но. Какие-то проблемы. За мной его. Все на один. Не тут? Давай, бежим с ними. Зачем? Фокс, ты нет, тупой, не задавай вопросы, блядь. Давай, занимайся. Занимайся. Да нет, у меня ничего. Блядь, никого нет, давай. Блядь, выбор. Пана тогда я, окей? Капец, ну зачем сталкера-то грабить здесь? Не знаю, надо было сказать нет. Что ты там мне нашел? Ну возьми там, я не знаю, вещи ебаные, это сваки. Что они здесь делают? Да я взялся, что ли? Давай, развязывай меня. Да хоть ты 5к берешь, если вещи берешь. Блять, ты 7 взял. Я вещи не беру. Вот, слушай меня, я тебя развязывать не буду, нахуй мне тебя развязывать. Вот скажи. Без В. Ну давай, отпускай меня. Я пойду, пошарюсь. Пиздуй, шарься. Ловушка активирована. Чё, блять, он орёт? Куда иди, ебать, там жди нахуй всех. Кого ждали? Чилисти или нет? Вот выйдешь отсюда, я тебя пристрелю. Надеюсь, все понятно. Пизда. Че это было? Видишь, люди. Тихо. Выполняй все требования. Блядь, пацаны, у нас пизда. Им до хера не идут бить ебало. Не, пацаны, дали оружие. Пацаны, берите их, они меня грабанули и связали. Берите их за задницы. Они, блядь, грабанули меня на 7000, забрали КПК. Вот жили, как вы посмели явиться в священный обитель самой матери Зон.